Дошколята и ученики солидного возраста встретились за одной партой. Участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» вместе с ребятами приняли участие в региональной олимпиаде по ментальной арифметике. Такая зарядка для мозга полезна в любом возрасте. Математика «Абакус» – это в первую очередь быстрый счет арифметический, быстрое мышление, развитие памяти, самое главное – развитие концентрации внимания, развитие восприятия и развитие мышления. Лина Полева в клубе уже 2 года и за это время попробовала себя в театральном мастерстве, рукоделии, танцах, искусстве фотографии и других направлениях. Женщина любит познавать все новое и решила проверить свои силы в необычной математике. Все оказалось гораздо легче, чем ожидала Лина Васильевна. Задание настолько легкое было, что даже неудобно. Я готовилась, трехзначные цифры, плюс-минус, а здесь даже не приходилось применять каких-то правил. Если закралась ошибка, то только потому, что хотелось устно сосчитать. Участников разделили на группы. На соревнованиях предусмотрено несколько категорий согласно возрасту и уровню подготовки. Задания выполняли на время, но сначала нейрогимнастика для лучшей активации мозга. Нос, пол, потолок, пол, потолок, нос, пол, потолок. Результаты участников проверяла компетентная комиссия. После всем конкурсантам вручили сертификаты о прохождении олимпиады, памятные грамоты и подарки. Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».